Весовая категория продолжается у нас с вами здесь, 63 килограмма. Всегда с большим волнением наблюдаем за Ильей Поповым, потому что из Петербурга, конечно же, это всегда хозяин ринга, это всегда интересно, всегда несет дополнительные эмоции, дополнительную нагрузку. И как раз смотрели, как начал выступать в Кубке губернатора Илья. Все это было, конечно, естественно, на наших глазах. Ну и, конечно, я хочу сказать, что очень серьезный оппонент сегодня у Попова это Ильнур Абдураимов, представитель команды Узбекистана. Поэтому такого поединка мы с вами можем ждать только интересной борьбы. Ну, давайте посмотрим повнимательно этот бой. Повнимательнее посмотрим на секундантов, которые сейчас работают с боксерами. Я так буду смотреть и трансляцию, и те эмоции, конечно же, которые сейчас переживают и Руслан Дадаев, и Никита Томилов из синего угла, из команды России, команды Санкт-Петербурга. Ну, Илья тоже хорошо узнаваем, его стиль, манера. Опущенной правой рукой, которая в любую минуту готова выстрелить. И я так понимаю, сейчас именно эти действия вызывают хорошую реакцию, хороший отклик у секундантов синего угла. Пока все нравится. Но не стоит забывать, что очень опасный соперник. Видите? Левша. Высоко поднятые руки. Хорошая такая стойка. Понятно, что нельзя ни на секунду расслабляться против Ильнура Абдураимова. Вот смотрите, хорошо подключил сейчас левую Илья. Попал туда. Нравится. Люди, зрители любят. Им импонирует такая манера, как у Ильи Попова. Такая она, знаете, я бы сказал, даже больше профессиональная. Но если надо, видите, поднимает руки наверх, атакует из защиты. Давайте посмотрим. Конечно, все внимание сейчас на синий угол, потому что здесь скрывать? Наверное, симпатии петербуржцев. Ну, симпатии петербуржцев понятно, но, наверное, и те, кто болеет сейчас в России, конечно, симпатии на стороне синего угла. Давайте посмотрим второй раунд. Практически не меняется рисунок.
насколько разные, да, насколько по-своему видят боксеры свою работу, да, насколько они видят вообще видят бокс, да. Я молодец, конечно, молодец. Что здесь сказать? Очень. Вот, правда, сейчас надо ему повнимательнее быть. Повнимательнее, потому что не забывать о защите. Сейчас ему это подсказывают, кстати, секунданты. Немножко такая сейчас градус боя поднимается. Повыше мы с вами переживаем уже, потому что и... Прибавляет заметно. Заметно прибавляет боксер из Узбекистана. Он стал больше выбрасывать ударов. Они тоже достаточно точные. Ну и Илья уже почаще вспоминает о защите. Вот смотрите, руки уже возвращает к голове. Хороший раунд. Уже здесь нет никакой разведки. Никаких тактических больше уловок. Настоящий бой. Все пытаются больше в голову атаковать. Узбекский боксер в корпус пытается также попадать. Сейчас нам, кстати, интересно будет очень посмотреть, что предпримут секунданты Ильи Попова, да? Послушаем внимательно, что будет там происходить в синем углу. Ну, кстати, то, что я уже говорил накануне, когда атака из клинча, она может неэффективна в плане победы, но она действует. Она действует на судьи, она действует на зрителей. То, что сейчас продемонстрировал узбекский боксер. Хороший бой. Здесь можно только поаплодировать. Смотрите, концовка второго раунда проходит во взаимных атаках. Добавлю, что когда говорит судья-информатор, что победители международного турнира в Болгарии, это не просто турнир, да, это легендарные соревнования Странжа, которые часто называют еще малым чемпионатом мира. И уже вот в этом году, не так давно, Илья там одержал победу. И также в 2020 году он стал призером чемпионата нашей страны. Ну, давайте сейчас отбросим все какие-то экскурсы в историю. Отбросим, посмотрим. Мы волнуемся, я волнуюсь, вы переживаете. Сейчас очень эмоционально секунданты из одного угла, из второго. Они говорят, да, вот так, вот. Хороший бой. Просто можно смотреть, и даже здесь, наверное, не надо что-то особо говорить. Давайте посмотрим, давайте просто попереживаем, дадим где-то волю эмоциям.
показывают, что подталкивает немножко Илья соперника. Уже здесь не до каких-то пижонских штучек. Все уже надо, все внимание, концентрация предельная. Внимание запредельное. Такой бокс, что может прилететь откуда угодно. Больше внимания уже защите уделяют оба боксера. Градус достиг невероятного накала. Внимательно слушает подсказки секундантов Илья. Что-то пытаются и Руслан Дадаев, и Никита Томилов пытаются как только можно донести. Вот это они правильно говорят, правильно. Вот это твоя работа, вот ее и делай, вот эту работу. Наверное, лучший бой пока сегодняшнего дня. Такой просто размен, без оглядки. И смотрите, вот как все-таки внимательно поглядывает Илья поглядывает на секундантов. Что ж, завершается бой, уже зал буквально, все стоят на ногах, выскакивают секунданты красного угла, надо синего угла. Вот потрясающий бой. Надо просто немножко перевести дух, дорогие болельщики, уважаемые друзья. Тут пытаешься и посмотреть и на ринг, пытаешься и посмотреть монитор. Давайте же дождемся официального решения. Я просто сейчас ничего говорить не буду. Вот так вот, да.